Видео подготовлено специально для сайта onlinegdz.net. Здравствуйте! Сейчас мы выполним упражнение под номером 339. Прочитаем задание. Прочитай пару слов. Понаблюдай, как образуются прилагательные от основ других прилагательных. Прилагательные с каким значением образовались с помощью суффиксов «еньк», «овод», «евод». Разберите слова по составу. Итак, ответим на вопрос. Прилагательные с суффиксом «еньк» имеют уменьшительно-ласкательное значение. «Новенький» разберем по составу, окончание «и», основа «новень», суффикс «еньк», «нов», «корень». «Хорошенький» – окончание «и», основа «хорошеньк», «еньк», суффикс «хорош», «корень». «Умненький» – окончание «и», основа «умненьк», «еньк», суффикс «корень», «ум». И также у нас здесь второй есть суффикс «н». «Беленький» – окончание «и», основа «беленьк», «еньк» – суффикс «бел», «корень». «Бледненький» – окончание «и», основа «бледненьк», «еньк» – у нас в данном случае суффикс, второй суффикс «н» и «блед» – корень. Прилагательное с суффиксом «овод» – «евод» имеет приблизительное, неполное значение исходного слова. «Красноватый» – разберем по составу, окончание «и», «красноват» – у нас основа, «Овод» у нас суффикс, «крас» у нас корень, и «н» также второй суффикс. «Сероватый» – «ы» окончание, основа «сероват», «овод» суффикс, «сер» корень. «Коричневатый» – «ы» окончание, основа «коричневат», «еват» у нас суффикс, «коричн» у нас корень, и «н» у нас второй суффикс. «Голубоватый» «ы» у нас окончание, голубоват основа, овод суффикс, голуб корень. «Седоватый» «ы» окончание, седоват основа, овод суффикс, сед корень. На этом все. Больше видео вы можете посмотреть на нашем канале, а если у вас есть вопросы, то задавайте их в социальных сетях. Ссылки под видео в описании. Спасибо за внимание.